Інтернет, афери, сучасний вірус. Потерпають маси, антидоту нуль. Ми покажемо вам реальні схеми обману, щоб в пастки аферистів не попали ви. Сьогодні в програмі. Якщо вас покликав у ресторан моряк... Кристина, що то підсипають в устрицю? Підсипають? Чекайте зовсім не романтики. Руки убрали! І яка афера чекає від афериста на кабріолеті? А що ж я саджикай, що ділять? Та як напівголий кавалер розірве побачення? А тому що я настоящий мужчина, да, настоящий. Ні, ну ти да, настоящий. Да, я, да, я, да. Да. Сашка, вітаємо першого фокусника, і це Малярчук Владислав. Ти звідки, привіт? З Києва. Ти з Києва. Ти фанат програми, ти нас смотриш. Ага, а який тебе більше подобається наш сюжет? Да-да, это наш тоже любимый сюжет. А кем бы из супергероев ты хотел быть? Никем. Мой любимый, никем. Ясно, давай показывай фокус. Смотри, давай мы покажем зрителям. Как это, были бумажки, остались деньги? Да. А можно так за коммуналку? Можно. А я так в банки скажу, Владик разрешил. А вот аферисты дозволу не питають, коли розводять по-крупному. Вивозять в ліс і наставляють на тебе пістолет. Так, вперше в нашій практиці. Якщо чесно, я добряче наклала в штани. Якщо моряк з сайту знайомств... Дуже, ну, саме більше. Нічого собі, устриці. Кличе на побачення. Кристина, що то підсипають в устрицю? Підсипають? З романтичним продовженням в автомобільний кінотеатр. Да? В багажнику нас чекає хороше французьке вино. Це продовження ви не забудете ніколи. Руки убрали! На годиннику 14.55, і я йду на побачення. Вперше в нашій практиці з моряком. Послушку, Саш, давай послушку. Давай. Як завжди, в повному бойовому комплекті. З підслушкою, мікрофоном на тілі та прихованою камерою у рюкзаку. Все, пішла. Камери в ресторані група встановила заздалегідь. На столик, який на своє ім'я забронював «Мій моряк». Роблю вигляд, що не знаю, який столик шукати. Привіт. Так. Хорошо виглядаєш. Спасибо, Ярослав, ти теж. Ну, поки нічого підозрілого. В житті потрясающе виглядаєш, намного краще. Ой, спасибо. Ну, мені кажеш, ти так зараз всім говориш, тому що ти після рейса. Це не комплімент, це правда. Ну, давай, заказуй. Я у тебя экономная, я буду салатик. Ты не переживай, все хорошо, можешь ни в чем себе не отказывать. Нет, а я не по этому поводу, я просто мясо не ем. Почему? Поэтому. А мне как-то приснился страшный сон, приходит ко мне корова и такая... За что? Ну за что? Прям так, знаешь, машет маникюром прям мне в лицо. Вот, и после этого я как бы решила, что я шучу. Ну на самом деле просто мне жалко животных, поэтому... И за замовлення берется він. Ну, самые большие. Ну все, мне капец. Я ще не знаю, в чому там його афера. Нічого собі, устриці. Але здриснути мені хочеться вже зараз. Малокалорійний, це да. Хороший афродизіак. Афродизіак. Щось мені це нагадує. Устриці, кстати, це дуже хороший афродизіак. Даже покурити захотілося вийти. Там теж були устриці, які я ненавиджу. На жаль, устриці – це не найгірше, що він мені підготував. Руки убрали!
Починалось все з переписки тиждень тому. Ярослав Мінчук. Та роздивившись його анкету. Два фото сідали, і одне фото на кораблі. А що так не густо? Зараз погуглю тебе. Ставить картинку. Так ти що, перша фотка в гуглі. Ах ти ж... А Ярослав миттєво закохався. Самая прекрасная женщина в мире. І постійно нагадував, що він при бабках. Що, должен сказати, рада за тебя, это отлично. Ты такой крутой перец. Але одне повідомлення нас зачепило. У вас там сніги падають, говорять, ти як на роботу добралась? Відповідаю, що на маршрутці. Какая розкошная девушка и без машины. Але спочатку в мене дещо спитав, дещо особисте. Интересный ход. Про как ход, реально. Mm-hmm. То есть через то, что мне как бы выгодно в этом признаться, потому что я заинтересована в машине. И я зізнаюсь. Психанула мать. А він у відповідь добиває. Ты поняла? Берем тебе белоснежный Lexus. Тут уже все слюни падают в цеста. Кстати, Сашки, хочешь? Нет. Lexus хочу. Він знав, що така приманка працює. И вот я с ним на побачені. Нам тут оставила официантка, кстати, ее зовут Лидия. Лидия Мидия. Ой. А мы чекаем на замовлення. Ой. Ой, кто к нам пришел? Так, не завжди у нас все под контролем. А кто это? Нашего постоянного клиента. А как его зовут? Олег. Олег? Але я вже знаю, як цим скористатись. Вообще он Олег Сергеевич. Вообще. Уже сфоткай мене с ним. Очень фотогенично. Я или Олег? Але справжня моя ціль не фотки. А ты тоже любишь собак, да? Да. А давай селфи втроем. Не, не надо. Я не люблю фотографироваться, на фотографиях плохо получается. Так, це була зайва перевірка. Аферисти не фоткаються на телефон жертви ніколи, аби не залишити там свій фейс як доказ. Только не за Олега Сергеевича. За любовь, конечно. Любовь – это самый большой капитал, что не сам по себе обеспечится. И я свой поднимаю бокал за прекрасную часть человечества, за тебя, Кристиночка. Спасибо, очень красивый тост. Ну ясно, обробляй мене за вищим розрядом. Угощайся, угощайся. Угощаюсь. У меня был удачный рейс. В конце месяца должны перевезти 100 тысяч долларов. Я уже присмотрел себе участок под большой дом. Хочу очень большой дом, собаку, и тебе нравится. Я завидный жених. Ясно, що він хотів, щоб я почула про 100 тисяч доларів. Питання наше – це йому. А зараз станеться дещо дивне. Ну, це, мабуть... Ой, Кристиночка, у тебе щось розмазалося. Помада, так? Да? Я нічого не підозрюючи йду в туалет. З камерою в рюкзаку. Нічого не розмазано. І тут на зв'язок виходить група, яка бачить камери з ресторану в онлайн-режимі. Кристина, що то підсипають в устрицю? Підсипають? Откуда вони туди? Із кармана достав. Офігіть. Крізь, будь осторожна. Але час повертатись. Я тоже. Ага, мы бачили, как сумував. Говорил тост. У нас есть такая традиция, когда делаешь что-то своим любимым женщинам, нужно всегда заказывать устрицы. Крис, это самое. Иногда нужно пройти полмира, чтобы найти своего человека. И не нужны дальние страны. Нужно просто посмотреть рядышком. Я очень рад, что я тебя встретил. За тебя. А это именно вот эта устрица? Конечно. Это самая главная устрица, наверное. Я вытягиваю час. Хорошо, ладно. Это что, это надо снимать? А просто здесь, как это, бриллиант. Ну, типа туплю від шоку. Это жемчужина, Кристиночка. А, это жемчужина. Не факт, что справжня, та неочікувано. Это одна такая особая. Сам ее поймал в Карибском море.
Кого, устрицу? Жемчужину. Жемчужину привез тебе. Ясно, що це справляє враження. І в його очах читається, ну що, клієнт дозрів? Але на що ж він мене розкрутить, якщо так і зголяється? На таке, що навіть ми зустрічаємо вперше. Руки убрали! Какая красота! Завтра тебя ждет еще один сюрприз. Если, конечно, согласишься еще? С тобой встретиться. Невже подарує Лексус, як обіцяв в переписці? Я, конечно, согласна встретиться. Значит, все відбудеться завтра. А сьогодні він терміново запоспішав і попрощався. До завтра. Сьогодні зустріч назначив пізно, о 20-й. Типа мене ждет сюрприз. Знаємо ми ці сюрпризи. І група знає, тому всі на поготові. Ти вже під'їхав? Ярослав приїхав вчасно. Вниз спуститься, да? А ось і він. Я просто не знаю, куди йти. Привіт! Ти ще шикарні вибудеш. Спасибо. І поки він розігрує джентльмена. Дві мікрокамери готові. І одна в рюкзаку. Комфортно? Класно, тепло, хорошо. Та я розумію, що камерам нічого не видно. Слушай, можна включити світло, розсмотрити? Така красота. Как космический корабль. Буду менять. Возьму себе что-то побольше. Самолет? Хочется же семью. А, то есть ты будешь брать тролейбус. О, аферисти просто обожнюють на перших побаченнях натякати про дітей. Це створює у жертви відчуття серйозності його намірів. А нічого, що світ погорить? Мені так хочеться почувствувати вот эту всю красоту. Кріс, їдемо за вами. Связь отлична. А везе він мене в автомобільний кінотеатр. В багажнику нас чекає хороше французьке вино, фрукти, голландський сир. Але мене цікавить сюрприз, який він мені сьогодні обіцяв. І за 5 хвилин... Подожди, дзвонять, секундочку. Що, початок сюрпризу? Не може бути, ти що засранце? Ну я не знаю, я з дамою посоветую. Не против, если мы заедем к моему брату? Племянники дверь забыли закрыть, куда-то тусить уехали, а трубки не берут. Да боже, ужас какой, конечно заедем. Все равно сеанс каждые полчаса начинается. Там да, без мы проблем. Обо всем договоримся. Ну, да, конечно, хорошо. Зверніть увагу. Плани зустрічі різко змінилися. Головна ознака будь-якої афери. А далеко ехать? Не, сразу здесь на выезде. Крис, едем за вами. Слушай, интересная каша заваривается. Тебе свет не мешает? Не, мне комфортно. Ты идеальный мужчина. Сам бы на себе женился, если честно. Чудово, світло горить. Бо хто знає, коли він почне діяти. Уже лес. Да, мне реально лес. А мы, между іншим, з'їхали на сільську дорогу. Мы замедлились. Дорога плохая. Да как говорят, сошел снег и сошел асфальт. Сошел асфальт, да. Бреше, не в поганій дорозі справа. Бачу, що щось видивляється. А за 5 хвилин чую в підслушці. Крис, ми отстали, щоб не валити йому фарами зад. Ведемо тебе по GPS. Так, GPS в мене в телефоні, але якщо він почне діяти просто зараз, група добігти не встигне. А звук странний не слышиш? Нет. Походу, не закрив багажник. Я остановлюсь на секунду, посмотрю багажник. Він типу шукає, де стати, а група від мене чорті де. Проте помічаю, що проїхали вже кілька зручних місць, але він, схоже, шукає якесь спеціальне. Нарешті ми завертаємо на узбіччя. Кліс, ми остановились в 100 метрах, стоїмо без фар. Все, погнали би прибрали. Да, конечно. Не скучай. Постараюсь. Відчуваю, що стали ми посеред лісу не просто так. Оператори на всяк випадок виходять з машини. І тілоохоронці теж.
Кстати, Крис, выйди на секундочку. Тут так совпало. С багажником все нормально, там да? Толкать не надо машину. Никакой бабайки там нет? Нет, нету. Беру рюкзак с камерой. Как тебе места? Заснеженные. Примерно и здесь я хочу купить себе дом. Жду в конце месяца, когда переведу. 100 тысяч долларов. Потому что уже этих денег очень не хватает. Не, ну места очень красивые. И брат просто... недалеко живет. Ні, не для цього ми стали. Місцевість у повній темряві. Взагалі нічого не бачу. Кріс, осторожно, там кто-то вийшов із лісу. Оце так сюрприз. Что у нас тут? Да, в смысле? Да, неплохая. Хочешь покататься? Чуть позже, не сегодня. А чуваки долго не тягнут. Мы просто здесь на обочине остановились. Ничего. Вам что там? Руки не тягнут! Отошли от девушки! А чуваки не жартуют. Ты че? Ребята, ну мы ж никого не трогали, уходите! Руки убрала, сказал! Вони дістали пістолет. Щось взяти твою дряблю. І направили пістолет мені в голову. Кріс, щука! Рано щуку. Неясно, до чого це все. Козло! Быстро, быстро, иди сюда! Сюда! Так. Ты цела? Да. Держи. Успокойся, успокойся. Пристегнись. Я... А чего он такой спокойный? Крис, мы разделились. За тобой едет Саша и Женя. Так, что не меньше, треба зрозуміти, що с чуваками. Ну так они что, они убиты? Сейчас, тихо, не перебивай меня, дай мне сосредоточиться. Куда мы так едем? Сколько очень? Мы сейчас разобьемся. Так, я истеричу. Він же чекает саме цього. Что ты понимаешь, что ты наделал? Я спасал, блин. Если бы тебя не было, я бы сам еще как-то разобрался. Я понимаю, но можно было... Я тебя спасал. Нарешті мы зупиняємось. Стоп, смотри. Ты видишь это? И тут в подслушку на звязок выходит группа. Крис, ты не поверишь, тут хрень какая-то происходит. Від почутого втрачаю дар мовлення. Але вигляду не подаю. Хай думає, що все йде за його планом. Може, треба визвати скору і поліцію. Зараз я все рішать, все, мовчи. Боже, а кому ми дзвонимо? Може, поліцію? Я знайомий в поліції. Думан, привіт. Пистолет не зарегистрирован. Два дебила каких-то напали, я с девушкой. Я, блин, выстрелил наугад. Ни хуй знает, где они взяли. Из леса вышли, я не знаю. Да, это за городом примерно. Тут, не знаю, лес, заповедник какой-то. Як не знаю, де ми? Тут же десь брат живе. Да я вообще на ровном месте попал. Да понятно, бабки есть. Если что, решай, называй любые суммы. Я не хочу возвращаться, я уже отъехал нормально. Хорошо, все, на связи, тогда жду. Что нам сейчас делать? Ну завтра надо вернуться, посмотреть, что с этими дебилами. Повернутись? На что? Крис, мало ли, не выходи там из машины. Невже там еще один сюрприз? Я боюсь, я просто... Положи уже этот пистолет в бардачок. Я... Ага, ось для чего он мне его кинул. Держи. Щоб зараз на ньому залишились і мої відбитки. Я б... Але він не знає, що ми дещо вже знаємо. А ми вже біля того самого місця. Та що, крош на снігу? Мовчи. Виглядає реально страшно. Крис, він підійшов, посмотрів. Ідет к тебе. Куда трупа? Вот это бабандос. И мы кудись едем. Так а что делать? И куда мы едем? Але бачу, что он точно знает, куда едет. Ага, якась парковка. Сейчас будем деньги решать. Деньги всегда все решают. Ты понимаешь, на кону 25 лет.
Ты будешь в тюрьму? Каких 25 лет? 25 лет дадут, тебе 20 дадут по-любому, ты соучастница. Да, ну я же ничего не делала. Я тоже ничего не делала, я тебя защищал. Теперь там ватрунку, из-за тебя. Ясно, и вмикає почуття вини. І крути мене тепер, як хочеш. Как все не кстати, а и деньги только через месяц придут, все, пог... Я вже розумію, до чого йде. Тут вот этот свет у него включается, твою же... Вот. Що у вас там? Ми його не слышим. Сейчас я выйду. Что происходит? Подожди, молчи, дай мне разобраться. Він робить 3 дзвінка. Очень срочно, я дам с плюсом, ты же меня знаешь. Братан, ну не к кому обращаться больше, наручай. Надо 10, ну меньше никак. И я нарешті чую ціну свободы. Надо 10, ну. Надо решать вопрос за деньги, я не могу накружить, только пятерочка. Надо 10 минимум, приз. Я типа туплю від стресу. 10 чего? Это 10 штук баксов. И деньги только через месяц будут. Ну да, це ті 100 тисяч. У меня был удачный рейс. В конце месяца должны перевести 100 тысяч долларов. Які в нього ніби є, але зараз нема. Я не знаю, кому у нас времени есть. Час, два. У кого-то взять можешь? Та я никого не знаю. Ты мне говорила, на машину купишь. А от тепер все ясно. Ну ти понимаешь, да. Что на кону стоит? Тепер я розумію інше. Какая розкошная девушка без машины. Як він мене красиво розколов. Ось повна версія нашої з ним переписки. Ну, не накопила еще. Я долаживаю и покупаю тебе машину. І тут він задав особисте питання. Та я все решу, сколько ты там накопила. Знаешь, чем прикол? Он таким образом может узнать, есть ли у меня заначка денежная. Интересный ход. Про как ход, реально. Вот, то есть через то, что мне как бы выгодно в этом признаться, потому что я заинтересована в машине. Угу. Давай я напишу 5 тысяч долларов. Давай. Ну там где-то 50 тысяч. Ой, 5. Психанула мать. Ось. Єдина ціль його переписки. Але він перевів мою увагу на інше. Ты поняла? Вока. Ну, ты дашь меня еще 25 тысяч долларов, и берем тебе белоснежный Lexus. И про то, что выведав про 5 тысяч, я уже забыла. Ось он мне и нагадав. Не говорила, на машину купишь. Ну, ты понимаешь, что на кону стоит? Я уже ничего не понимаю. Участница, двойное убийство, пистолет не зарегистрирован. Хорошо, у меня друзья есть в органах. Я куплю тебе новую машину, отдам еще твою пятерку. Все будет нормально. Він точно знав, что сьогодні зірве куш. Надо ехать за деньгами. Хорошо. Быстро тогда тулим к тебе. Крис, отъедьте чуть-чуть, мы здесь не сможем подобраться незамеченными. Парковка просматривается. Да все, погнали. Что это? Пристегнись. Тепер головне зупинити його для захвату. Кріс, дай нам ще 5 минут. Все, Кріс, давай, тормози його. Господи, мені що-то плохо. Все рішив. Та ні, мені так тошнить. Це стрес, наверно. Боже. Стука не в машині. Срочно, встань! Срочно! Быстрее! Все, они заворачивают. Давай, бегом! Выходи! Крис, добегаем! Это новый канал программы «Аферисты в сетях». Вот так ты круто разводишь девчонок? Я тебя спасал. Ты меня спасал? А тем, что ты отобрал у меня все бабки, которые у меня были? Ты на ты меня сейчас хочешь развести на бабки? Да, чувак, я тебя хочу развести на бабки. Хорошо, сейчас тебе будет сюрприз. А где эти бессмертные друзья? Привезти? Давайте. Дункан и Маклауды, это кто, кенты твои? А ты не узнаешь? Нет. А
мав би, адже розіграли мене спільно. А як тільки ми від'їхали... Стоп, сестрі, ти видиш это? Трупи воскресли. Саме це я й почула в підслушку. Кріс, ти не повіриш, тут хрінь якась відбувається. Викинь, не сталі, ходь на шо. Хоча, коли ми повернулись другий раз, Ярослав побачив... Хоча полежати група їм не дала. Кріс, они у нас, все гуд. А пока ми з вами просто їздили, ребята воскресли. А отут він змовчав. Це три, що я знайшла на обочині. Що це таке? Що вони розливали під себе? Блін, а що це таке? Ну, це, ну, кров, відкрой. А ну, покажи мені. Ні, я не розумію, може томатний сок, кстати, представ. Мені в тій ночі ні черта не було видно. Пахне кров'ю, звичайно. Не пахне? Не пахне. А, розумієш, кров дорогая, томатний сок, Оля! Який на білому снігу виглядав дуже переконливо. В общем, спасибо за кіно. Вот вам Оскар. Засуньте його себе в... Коротше, порада одна. Як тільки щось таке мутне, викликайте поліцію. Отут аферистів як і не було. Ну, Владик, ти нікуди не дінеться? Да. Итак, як же у тебе получилось превратить обычні бумажки в деньги? Загнул бумажки. Ну, это деньги. Ну, в принципе, если для тебя это бумажки. Бумажки положил, типа, вот сюда. Да. Загнул деньги. А давай на мне. У тебя были заготовлены бумажечки. И на самом деле денежки ты прятал. Вот так. Просто зритель вот этого не видел. А что ты потом делал? Берем деньги, засовываем так палец, вот так вот делаем. И потом берем вот так засовываем. А, я поняла. Благодаря тому, что ты пальчик засунул между купюрами, так шух, одним движением вверх. Да. Слушай, ну классный фокус, дай 5. Не, я про деньги. Дивіться далі. Яка афера чекає від афериста на кабріолеті? А що ж я с аджикой що делать? Та як напівголий кавалер розірве побачення? А тому що я настоящий мужчина, да, настоящий. Ні, ну ти да, настоящий. Да, я, да, я, да. Да. Чого? Сашка, вгадай, що зараз буде. А далі буде наступний учасник нашого батлу. Зі своїм крутезним фокусом Марк Яндола. Привіт, ти звідки? Києва. А ти к нам з маркером і тарілкою. Ти мене просто хочеш накормити? Ні. Я просто маркери не їм, особливо по вторникам. Ну що, показуй фокус. Я нарисую чоловічка, а він живе. Ух ти! Ми покажемо зрителям. Ось такий у нас чоловічок. І що, мені треба заставити його двигатися? Ну, попробуй оживити. Ну, окей, здаюся. Розгадку ти нам потім покажеш. А поки подивимось сенсацію. Вперше афериста розвела я. П'яно, називай. Афериста на перше. Паршиця! Неделю меня в переписках раскатывал, укатывал, сердечками засыпал, но... Все, он бросил все дела, и теперь он учится ко мне со своей Швейцарии через всю Европу на кабриолете. Короче, он должен позвонить. Так он же когда угодно может позвонить. Вот. Вот именно поэтому мы сейчас его взбодрим. Я сейчас напишу ему на сайте знакомств сообщение. Любимый. Ну, боже, я такой думает, блин, за кого-то вонючего скунса. Сейчас сорвется вся афера, я ее неделю укатывал. Что, засекаем время? Давай я сделаю как это. Ого! Неизвестный абонент. Да. Алло? Алло, малыш, ты там себе надумала уже? Я же тебе тут на всех парах лечу. Привет, Леонардо, привет. Я просто, ну я так распереживалась. Майна Либе, ну конечно, я уже практически доехал. Ну прикинь, мы сейчас сядем в кабриолет, волосы развивались, будем лететь в шарфике.
волосы? Я просто ноги уже побрила, поэтому какие волосы? Да при чем тут ноги-то? Я, про то, что на голове, Ноги на голове? Леонардо, я думаю, ты романтик как-то сначала, букеты, может, какие-то конфеты? Не, подожди, я не то хотел сказать, букеты, конфеты, все это будет. Я тебе купил вообще шикарный подарок. Ой, спасибо. Слушай, тут такая проблемка у меня, я, спешу, уехал и в яму попал. Блин, прикинь, только въехал, блин, в страну эту, капец, у нас дороги шикарные, а здесь какая-то, прям шайца. Так. Либо, слушай, я, сейчас, я сейчас все решу, Я хорошо? Хорошо. Вопрос в следующем. Что этот богатый чувак из Швейцарии захочет от украинской девушки? На что он меня разведет? Такой чувак на кабриолете. Ой, черт. Я не думала, что здесь такой твердый диван. Извините, но бани. Алло, да, любовь моя, что там у тебя? Фу, Зай, все, оттянули, нашел машинку, тут, СТО какое-то. Будут ремонтировать? Да, сейчас будут, так хотел тебя увидеть, чтобы поскорее приехать. Да прям так хочется тебя уже увидеть. Такое шикарное колечко с бриллиантом купил, ты обалдеешь. Я прямо обалдела. А вдруг ты мое будущее? Конечно, неудобно. Я когда границу переезжал, мои счета сейчас проверяют, у меня все деньги на карте, нала вообще не осталось. Тут, за ремонт нужно, тысячу, 1200, может. Сможешь скинуть сейчас на карту, я сейчас прошу. Ребят. Ага. Хорошо, Сай, смотри, я тебе сейчас кину на карты, кинешь туда денежку. У меня оставляет же кольцо в залог, ты понимаешь, 2 штуки евро, кинешь туда, штуку 200, штуку 300, я тебя потом, вообще, Хорошо, давай, я сейчас тогда что-то придумаю. Ага, давай. Боги, какой спектакль! Я как сыграл, не кольцо же не оставлять. Так, весы. Смотри, вот тут кольцо. Я, конечно, могу. А тут 1200 гривен. Тебе что, слабо перейти? Я к тебе приеду с подарками, кольцо бриллиантово везу, вдруг ты мало отпустишь. То есть все понятно, он, в принципе, работает на бабки. Деньги ему переводить, походу, нельзя. Нет, деньги ему нельзя переводить, на этом закончится афера. Он просто выключит номер телефона. Да. Хорошо, играем дальше, но... Алло, любимый, я все решила, все, я все бросила. В общем, я еду к тебе, я не могу тебя бросить в беде. Подожди, в смысле, куда едешь? Да я одолжила просто денег, то есть я везу не 1000, я даже 10 000. Чтобы все там тебе могли поменять, я не знаю. Подожди, не надо ехать. Я не могу тебя бросить в беде, Леонард. Я договорила с соседом Васей. Мы уже мчимся, мы тебе... Подожми, Вася, подожми! Не подожми, зайдите до банкомата просто, до любого терминала, скиньте и все. Хорошо, Вася, разворачиваемся, ищем банкомат, ты понял? Да, все. Ой! Да, Вася, мы что, поломались? Что это за дым? Мы стоим сейчас на этой трассе, вот это воняет от нас каким-то черным дымом. От Васи тоже воняет, Вася. Не надо так пугаться. Не первый раз ломаешься, наверное. Бросай этого Васю, ищи банкомат рядом. Хорошо, просто, как же Аджика? Какая Аджика? Я же не могу с пустыми руками, 5 банок для ИСТОшникам, ребятам, дадим. Что? Рядом банкомат. А что ж я с Аджикой что делать? Да эту Аджику! Банкомат найди просто! Заправку какую-нибудь, терминал, просто скинь! Аджика вообще! При чем тут Аджика? Просто скинь мне деньги на карту, я сразу же к тебе приезжаю, ты понимаешь? Да, я просто... Хорошо. Я бросаю тогда Аджику, но я не могу, понимаешь? Просто 10 тысяч у Васи, он не отдает. Подожди, стой. Просто Вася мне одолжил. Я ему нравлюсь, и они у Васи.
Короче, подожди. Деньги Вася. Слушай, так, ты знаешь, ну, блин, у меня бабла немерено вообще, ну... Да. К этому Васе, ну, я ему сразу, ну, я ему двадцатку скину, ну, что мне, для меня это вообще пыль, пшик, ну... Я... Киньте деньги просто, и все. Проблема, я не понимаю. Я, любимый, все понимаю, но понимаешь, Вася думает, что я его кину. Я ему обещала Магарыч, понимаешь, он так не отдаст. Его просто по жизни лохали уже. Так, ну, просто кинь бабки. Я ему сразу, ну, двадцатку скинул обратно на карту, ну. Понимаешь, вот он сказал, если ему 500 гривен вот прямо сейчас перекинут, то он мне прямо вот дает эти 10 тысяч, и я бегу на попутках. Ну а что делал там в этот Вася? Ну пойми, ну он не отдаст денег, понимаешь? Ну пока ты 10... Ой. Ладно, стой, короче, ладно, кидай мне номер карты, сейчас я тебе кину деньги. Вася только любимый, Вася говорит, что он счет проверит. Его так часто лохали, он такой прирожденный лох. Хорошо, давай. Тогда я бросаю тебе его карту. Хорошо. Хорошо. Проверь счет. Проверь наш рабочий счет с нашей карты. Да, серьезно? Да, он перевел. Смотрите. Офигеть, класс! И вот опять Иона. Мне надо сейчас перезвонить с каким-то таким огнем вообще. Алло? Алло, Лёнечка, любимый, 500 гривен. Классно! Пропили, прогуляли. Вася танцует, я прошу. Я пьяная, а ты аферист с хреном. Иди ты в ж***. Слышишь, ты убью, тварь. У меня адрес, что есть, я тебя сейчас приеду тебе. Это адрес РОВД. Я тебе дала, я тебя там жду. Бумеранг вернулся. Минус 500 гривен у афериста. Так що, дівчата, запам'ятайте, кавалерам гроші не давати. Хай самі вирішують свої проблеми. Ну, реши мою проблему. Таку. Ну, мені хочеться якби розгадку. Ти йди і попроси у депутата. Неожиданно. Ну, ти як-то як взрослий себе ведеш. У тебе, може бути, там, дівчинка є? Ну, була, у мене вчились проблеми. Що таке? Вона хотіла шубу? Так. Вона дуже сильно в школі мене била. Мне это очень сильно не нравилось. Но тем не менее, она была твоей девушкой. Была. То есть, а какое-то время это нравилось? Она меня так надо мной издевалась, что я ей сказала до свидания. А когда же она в этот период успела побыть твоей девушкой? Месяца в два. Хорошо. А разгадка будет? Показывайте. Да. Давай мы напомним зрителям, что ты предложил мне оживить вот этого человечка. Да. Чтобы... Что надо мне сделать? Воды, пожалуйста. Что мы будем сейчас делать? Давай мы развернем. Сюда водичку. Наливаем палку. Вот у нас получился вот такой человечек, который может плавать на водичке. А как это произошло? Ну, потому что человечек как бы под водой, его плавостоимость не выдерживает. Как мы на воде, нас будут держать, да? Примерно так я на СТО объясняю, что у меня в машине не работает. Но фокус вот такой. Класс, молодец. Сашка. Сашка. Короче, ясно, що нічого не ясно. Приблизно так було на наступному побаченні, яке почалося одразу з голих тітяк. І скаженого потоку. Так і хотілося закрити йому, що орало. Чаще всего спрашивают зрители. Ну? Про наших героев мемов. Вот эти вот всякие укротители. Что? Что тебе?
уже фильтрованная. А, секс-машин, конечно. Вареники с зажаркой. Короче, давайте найдем новую рубрику. Звонок бывшему. Звонит укротителю, потому что человек миксит. Аястация. Короче, сейчас меня будут укращать. Он звонит укротителю. Ура! Кристина? Коля? И просто сейчас самое сложное, если бы находит какие-то три слома, то я просто могу по жопе, как дай, это называется. Вот, я не знаю, чтобы не было, и женщина слушалась про твоего мужа сюжета. Что-то мне это напоминает. Просто. Впервые из всего монолога я поняла только слово «жопа». Я извиняюсь. Меня, видимо, надо сильно укращаться. Ну, так как он через два часа может позвать на свидание, я спрашиваю, я на море. Коля укротитель. Привет, привет! Ты, ох ты! Как бы, ну, что ты голый, Я просто, я на море. На море, ну ладно, так шо, зачем голый быть? Так я не голая, это купальный топ. Прикройся, надо прикрыться. У меня легче смотри, надо легче, а это мне, ну зачем голый? Я ж на море, я не могу ж купаться в спортивном костюме. Кто тебя не видит, кроме меня, не видит? Не то. Мухи разве что. Ладно. Ты, короче, в своем репертуаре, Коля. Укращаешь? Это хорошо. То есть, если она послушная, то ты ее не укращаешь. Не, ну, в принципе, ну, иногда в любом случае нужно мою силу показывать. Просто для того, не, чтобы просто, ну, если она... женщина тоже имеет там какое-то мнение. Там. Кстати, по этому поводу есть два мнения. Одно мое, другое неправильно. Вот и все. Но я дерзнула не согласиться. Укротитель набрал воздуха. Оля, ты смотри, на пистолет просто достать, понимаешь, дискуссию прижить, понимаешь? И помните, я сама говорю, не знаю, просто. Нет, это не индюшачий. Это как в Брюсе всемогущем. Во всем виноват Джим Керри. Оля, ты смотри, на пистолет просто достать, понимаешь, дискуссию прижить, понимаешь? И помните, я сама говорю, укращаешь? Ну так, конечно, не, ну хорошо, если ты нервничаешь, мне что-то надеть? Ну так, не надо, да ладно, если так уже. Не, ну я хочу, чтобы мы комфортно поговорили. Я просто ж, ну, позвонила, у нас так сумбурно закончилось то свидание. Ты как-то сбежал. Я ушел, это быстро просто ушел, ну и все. Ты очень быстро просто ушел. Это кошмар. Просто послушайте, знаю, как получилось. Просто дурацкий, кому скажешь. Укротитель! А что хотя бы укроти, не? Я ничего не понимаю. Мы даже не признались, что велась съемка. И просто удалились, заплатив по счету. Извините, да, хорошо, ребят. А это была бывшая твоя? Может, не то дарил. Зарплата была маленькая. Мне работу тяжело найти, устроиться. Чего, была маленькая? Зарплата маленькая. О, я как ты четко заговорил. А найти лучшую работу там как вариант? Да, работу искал. Ходил по советованию. Один тех не устраивался консультантом. А потом подходил, может, им что надо. Глаз отбирать или объявлять поезда. Поезда я услышала. А ты хотел объявлять поезда? Ну да, работа не пыльная. Тебя, видимо, не взяли. Место занято было. Ну так и как, ты нашел вообще работу? Так вот так, не нашел. Прихожу, там одни бабы сидят. А так вот все вызывали, вывалили все это. Ноги вывалили, вот это вывалили. Это грудь называю. А подожди, я не понимаю, ты нервничаешь при бабах, ну, при женщинах? Так если я повываливали, как ты нервничаешь? Ну, это повываливали, это что я повываливали? Я нервничаю, я собраться не могу. А тебя смущают работодатели женщины? Когда раз бабка нервничает, я сами иду, я просто приношу, такая ситуация странная будет. Put it on high, put it on, put it on 975, put it on here, 50, on them, put it on, Может тебе физруков пойти как вариант? Да, видишь, черт. Только там такие мелкие бабы, целые тряд полки, еще и в шортах, и вот это вот и яшки опять же, и вот это вот близняк какая-то непонятная, нет? Тоже не то. Мир сговорился против тебя. Не, ну что, ну вот ты вот правильная баба. Что случилось? Короче, ты его бывший, там, где-то когда...
блузочки. Одна из официанток. Ну все, укротитель, держись. Я вся ухращенная просто вернула. Что? Что тебе? Уже фильтрованная. Ты же видишь, я все честно верну. Сядь. А то знаешь, будет как в анекдоте. Сядь. Кто-то там вот пьяный хозяин говорит собаке, ну вы же что, ты залай хотя бы. Сядь. Так, лай, я ж пиво тебе испортила, да? Девушка, сядь. Можно? Садись. Моему любимому мужчине, моему укротителю еще пиво и какую-то пивную тарелку. Что это за цель, Коля? Подождите, а откуда вы знаете, что он Коля? Ну вот ты вот правильная баба, потому что я настоящий мужчина, да, настоящий. Не, ну ты да, настоящий. Да. Да. У тебя со мной будет все хорошо, если ты будешь меня слушаться, мы с тобой найдем вообще взаимопонимание, у тебя будет все. Шубы там, не знаю, туфли, сумки, помады. Не так, как у некоторых. Ну ты настоящий мужик. Чего? Вот примерно так я себя чувствовала на первом свете. А ты вот можешь, например, защитить женщину? Конечно, я же настоящий мужик. Ты как-то определись. А ты себе уже другую бабу нашел вообще? Чего еще? Бабу. Не люблю свидания. Я думаю, тебя с этим бабом. Одним словом, все. Ну, черт. Ну, все. Было понятно. А какую ты вообще хочешь? Я не могу, я в Бердянске. И тут нет кафе с твоей бывшей. Достоинство на своем языке отвечаю. Я вообще на пляж собираю. Подожди, ты чего? Подожди, ну куда ты? Ну я прощу тебя, я же укротитель. Ну ты мне это постой, я приеду, тебя перевоспитаю. Пошел ты тебя нахуй воспитывать, я не знаю. Ты там мужику себя будет просто тогда нормально, понимаешь? Или... Оля, укроти себя сам. Ні, ну така, в принципі, не потрібна річ, але насправді, якщо не шкода 390 гривень, то на вечірці дуже прикольний прикол. Нашим глядачам бажаю без приколів бути пильними і потрапляти лише в любовні сітки, а не в сітки аферистів. Ага. Дивіться в наступній програмі. Як вас можуть кинути в офісі просто в центрі столиці? Деньги хочеш, іди на трасу. Баті, що ви несете? Та чи пройде перевірку на вірність? Красиве. Спасибо. Що, не плачте. Така красива, що аж плакати хочеться. Гарячий турок-тарек. Знаєш, мені завжди хотілося вот з точним мужчиною, понимаєш?